Вот жду, ты стоит до сих пор. Мы приходили несколько дней назад, он здесь был и до сих пор стоит. Никто не убирает. Котик. Пирог с маком, и в нем есть преимущество в том, что второй слой теста можно убрать и не растолстеть, потому что он слоеный, и остается очень тонкий слой. Вот, и очень много мака. О, еще снизу. Ну, вот, короче, минимальный слой теста и куча мака. Офигеть просто. Люблю мак. Мой завтрак мак, молоко, йогурт, бананы. Дорого чи ні? Я знаю, ще як зроблю. Просто ми не зробили хуже. Нас, як бачиш, мені все роблять, тільки гірше стає. Треба це і реально віддих від роботи. Краще візьми там місяць відпуска, тобі деньги буду давати, але... щоб не мучилась. Я решил устроить челленджи на каждую крупную или круглую сумму подписчиков на своем канале, чтобы вам было интереснее ожидать моих видео. И чтобы вы знали, что примерно вы будете смотреть. Короче, на 5000 подписчиков на моем канале я буду делать фронтфлип с плоского дропа. Но я планировал, что Мэлли будет делать, но я его еще не спросил. Думаю, он захочет. Кто-то из нас, короче, возьмется за этот челлендж. На 10 тысяч подписчиков я думал прыгнуть 10-метровый дроп, а чтобы круче было на хартеле. Но так как у меня вареная рама, я решил, что это будет на 50 или 100 тысяч подписчиков, потому что это очень рискованно. 10 метров на хартеле – это очень высоко, и у меня еще грыжа позвоночного диска, поэтому большой риск. Но на 10 тысяч подписчиков Саня Рудик, мы уже договорились просто ранее, что Саня будет делать бэкфлип, он не умеет кататься, прыгать трамплины. Number one, I'm never shitting where I'm sleeping. Think you the one, but I'm the one that they call Jesus. Made mess. Fuck what? Pull up with a pistol grip. Hey, hold up, little bitch. What the fuck you think this is? This is. Даже прямо и ногами не имеет заднее сальто. Вот в бассейне учится сейчас. Но на велике вряд ли у него получится. 50 попыток, 100 точно. Если он выживет, может, тогда получится. И на остальные суммы, может, там на 15, 20, 25 тысяч подписчиков, в зависимости от того, по мере возможности, как они будут набираться, с какой скоростью и так дальше. И насколько я буду свободен для того, чтобы проводить всякие интересные челленджи. Чем чаще я смогу, тем чаще я буду проводить. Но сейчас у меня монтаж жести, потом я планирую сделать фильм. Свой у меня материал насобиралось много за 3 года. Хотелось бы сделать небольшой на полчаса, на минут 20 видосик. С травмой и так дальше. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, если вам интересно. Челленджи будут очень крутые. Ни у кого с русскоговорящих блогеров, райдеров, не знаю, нет таких челленджей. Никто не будет прыгать на 50 тысяч подписчиков с 10-метрового обрыва с треснутой рамой на хартеле. Так что учтите это и расставляйте приоритеты. Если вам нравится мое видео, я искренне прошу вас делать репосты, потому что у меня нет денег нам на рекламу. И если вам нравится, делитесь с друзьями, потому что никто не поделится, кроме вас. И у меня уже 10 лет, никто меня не смотрит, и я уже 10 лет снимаю видео, делаю фильмы, и у меня довольно-таки приятное видео, но смотрят все неприятные видео, какой-то трэш, который можно смонтировать за 3 минуты, и для которого не нужно ни риска, ничего вообще, не преодолевать себя. Нет какой-то атмосферы смешной. В общем, видео никакие. И люди их смотрят. Так что, если вы хотите, чтобы смотрели мои видео, пожалуйста. Если не хотите, так и быть. Но я буду делать видосы, они будут очень интересные. Спасибо за внимание. Ах, да, я совсем забыл. Если у вас есть какие-нибудь идеи по поводу челленджев, чтобы я сделал, или кто-нибудь из моих друзей, тех, кого вы видели в видосах, по их согласию, конечно же,
Если они захотят, что сделать? Если у вас есть идеи, для нас всех предлагаете, в общем, что-то, не знаю, там, бэкфлип с 10-метрового дропа, но для начала нужно просто его на хартеле прыгнуть, хотя можно на подвесе с 10-метрового. Ну, такое тоже планируется, но это подальше, повыше, не будем заглядывать наперед, давайте что-то попроще, там, не знаю, что-то менее убийственное, типа, там, фронтфлип ноухендер для Мэла или, там, даблфлип ноухендер для меня. На какое-то количество подписчиков, короче. И мы будем осуществлять эти трюки вместе с вами, эти безумные вещи. И вы будете смотреть их даже онлайн, возможно. Но для этого нужны деньги, аппаратура. Деньги, все решает, короче. Но если вы поможете, все будет. И мы сможем... Короче, походу там секс намечается у меня на подоконнике. Голубячий. Блин, я спугнул только что, подошел. Голубь меня увидел и понял, что не хочет секса на видеокамеру. Сниматься, да? Все, улетел. Короче, тут головы пролетели. Головы маленькие, сколько вас тут? Бачу багато. У нас прекрасная солнечная погода. Сегодня еду кататься сейчас на стрит. Ты можешь одеваться, скорее всего. Работает, не работает. Добрый день. А робить ця штука? Робить. О, класно. Так, зараз спробуємо підкачати вілку.